Hello again, Kitty. Hello. Review 3. Обзорный такой урок. Обзорный — это значит, мы уже что-то делали, а сейчас будем повторять. Exercise 1. Write this. Is. This is. Для единственного числа. Это для единственного. These are. Для множественного. Эти. Очень интересное упражнение. And his. Его. Это для мальчика или для девочки? Для мальчика. Or her. Это, конечно же, девочка. Thank you. Her bike. Вот он у тебя розовенький. Her dress. Ну, у меня скоро будет. Он у меня пока что... Мне пока что устраивает красный. Окей. Her dress. Her dress. Thank you. Ее платье. What color is your dress? It is? Картинка, которая? Да. What color? У меня черно-белая. Good. It is black and white. Good. Но тут кажется мне, что белая больше. Okay. So, example. Example. Пример. One, please read. This is his hat. Ну, потому что единственное, значит, this is, а his, потому что для мужчины, ну, для мальчика. Для множественного пока не добрались. Что здесь? Вот trousers там будет, shoes, где буковка S в конце добавляется, значит, множественное. Окей, number two, please read. Number two. Good. Ничего. Ну, давай, читай быстрее, потому что у нас урок закончится. This is... Good. Her hat. And please write down. Пиши побыстрее. This is her hat. This is her hat. Это ее шляпа. Say, I'm ready. А я еще дополнительно. Her hat is... Но ты цвета не видишь, а я сделаю так, чтобы ты сейчас увидела цвета. Окей. Вот теперь ты цвета увидишь. Her hat is... Her hat is pink. Thank you. Ну, это писать не надо. А потом ты просто для ребят почитаешь. Number three. Good. Единственное или множественное? Две штанины. Надо брать множественное. Их две штанины. These are. Тяни, пожалуйста, дольше. These are. Еще язык вперед на this тяни. These are. Еще язык между зубов. These are. Окей. Это... Его штаны или ее штаны? Его. His trousers. Только побыстрее, прошу тебя. Урок сейчас заканчивается. These are his trousers.
his trousers. Good, look at my board and write. Смотри на мою доску и пиши. Еще я напишу, they are black. Они черные. They are black. Say ready. Number four. These are his trousers. They are black. Alright. These are his trousers and they are black. And number four. Okay. These are. Repeat. These are. These are. Еще вперед язык. The, the, the. The, the. Вот. These are. These are. Good. Number four. Shoes. Единственное или множественное? Множественное. Thank you. Но по форме это мужские или женские? Конечно же, мужские. Thank you. So say it. These are. These are. Mm-hmm. These are shoes. His shoes. His shoes. Good. Look at my board. Смотри, look at my, no, my доску, look at my screen. They are black. Мужские, и они черные. Mm-hmm. And you boys and girls, please write down. Вы тоже там пишите. These are his shoes. They are black. These are his shoes, they are black. Okay, say I'm ready. Okay. Trousers, буковка S, множественная. Shoes, буковка S. Множественное. And number five. Тут все так же будет точно. Только не his, а чьи на пятой строчке написаны. Чьи это туфельки? Ready? Ну... Давай потом дальше допишешь. Number five. Number five. И по-моему они тоже pink. They are pink. So, please write quickly. Быстренько пиши. These are her shoes. They are pink. These are her shoes, they are pink. These are her shoes, they are pink. Okay. Her, потому что они принадлежат женщине. His, это принадлежит мужчине. And number six, my dear. Ready? Mm-hmm.
Окей, dress. Ну, понятно, что это единственное. Да, и понятно, что no hair. А, понятно, что hair. Поэтому как это будет? Потому что, представьте себе, у мальчика dress. Oh, yes, true. This is... Her dress. This is her dress. Good. Wonderful. What color is her dress? What color? Pink. A dress? Ой, то есть не pink, а это. Okay. Я уже перепутал, там тут уже много pink. Туфли pink, hat pink, shoes pink, but dress is what color? Blue. Thank you. А как светло? It is light blue. It is, смотри, сейчас я напишу. Light. Light blue. Light blue. It is light blue. Good. Но это только первое предложение напиши, потому что мы по времени немножко успеваем. Сейчас звонок будет. This is her dress. This is her dress. It is light blue. It is light blue. Good. And seven. Coat. Пальто или куртка? Ну, скорее всего, куртка. Ну, скорее всего, пальто. Если ты посмотришь, да, то есть пальто, то есть на пальто. Нем это выглядит как пальто длинное. Окей, so your sentence. This is... Быстрей. This is... This... Good. Number six. This is her dress. It is light blue. Number seven. This is his coat. And it's black. It's black. Wonderful. Look at my board, please. Look at my board and read. Please read for boys and girls. Они хотят слушать и повторять. Это домашнее будет, допишешь. Please read. This is your hat. Her hat is pink. This... Тяни дольше. Это цифру... цифру назову. Three. Three. Good. This are... His... The roses... Okay. They are black. Good. For these are his shoes. Okay,